Кстати, отрывок из интро. В общем, с первой части фильма, то есть, ну, короче, с первого фильма прошло 20 лет. Ну, короче, прошло время очень долго, причем, и вот. Эй, хорошо сидим, не правда ли? Ах, опять я начал воображать со своими друзьями. Я так по ней скучаю. Пойду напьюсь. С горести. Хотя нет, наемся! Ну типа, ты там пч. Типа шутка. Ну здесь нельзя шутить в такое время, горестно. Надо найти своих друзей. Без них я никак. Уже сколько времени прошло? Раз, два. У меня даже нету столько рук, сколько времени прошло. Пойду спрошу, горожан, не видели они бешеного лица? Что это? У нас такое сегодня? О, точно, сегодня же спа-салон. Подождите, ну что это за бумажка там мешается? Это же получается... Это, подождите, Фокс-пират? А еще один жулик в нашей деревушке. Ну что ж такое, почему все время этот Фокс-пират? Простите, мисс. Миша, я читаю. Хорошо, читайте. Так, что там? Фокси-пират? Фокси-пират! Где? Что? Дайте! Так, если мистер Фокси-пират разыскивается $1 000 000, так я могу $1 000 000... Нет, я должен его спасти! Ну, короче, там прошло... Он пробежал несколько км... Ну, километров. И вот, короче, он пришел в домик Фокси. Ням. Какая скучная работа. И так целыми днями. Скукотень! Наконец-то кто-то пришел. Привет, ну давай помогай, щит. Я же милая, дайте мне этого. А хотя, ну нафиг, я пошел лучше есть зайчонка. Фокси, Фокси, привет. Ну, что ты делаешь, мой друг, ура? Я вообще-то видео собрался снять. Ты хотел снять видео, а при что? Ну, вообще-то я снять хотел видео про то, как я воевал с этим волчонком. Ой, как это неловко вышло. Убирайся отсюда быстро! Эй, ну что ты со мной делаешь, а? Что ты делаешь, Сабду? Я хотел тебе лицо отвести. Нет, я хотел тебя найти, ты же мой друг. Ну, понимаешь, это видео долго не задерживается. А я уже совсем почти закончил. Дай мне еще минутку, хорошо? Ты уж не думай то, что я тебя совсем не люблю как друга. Сейчас, подожди секунду. Да ну его, я пошел лучше к Учики. Ай, как же хорошо лежать. Только вот скучно. Мне хочется к друзьям прийти. Ну, лучше бы друзья пришли ко мне. Скукотень какая. Опа. Все выключилось. Дубль два. Кто там? Ой, да неужели это ты, этот, Фредди, как тебя зовут? Привет, Чики! Отстань от моей руки, она невкусная. Прости. Ну дайте мне хоть поцелуй. Нет, ты что, отвали от меня. Нет, нет, я кому сказал, пойдем жрать. Пойдем. А что пожрать-то? Вот здесь, в принципе, есть что покушать. Тортик! Ой, спасибо тебе, Чика. Ой, да, нет за что. Вот ты знаешь, ешь давай все. А ты? А как же ты? А я... Чё ты упал? Чё ты упал, а? Ну сдавай, солнышко. Чё ты встал? Короче, это... ешь, потому что мне скучно. Без друзей. Ну, ты как бы друг, но мне хочется еще помидать там... Бонни. А ну тихо, я кого сгас... Чё ты понимаешь? Я хочу увидеться не только с Бонни. Хотя...
Хотя и с Фокси тоже. Я, кстати, к нему уже приходил, но он меня выгнал. Что? Что? Ты почему? 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 А, да, он меня не любит. Потому что я курица. Хочешь меня съесть? Короче, давай пойдем этого Бонни разыщем. А почему Бонни? Потому что наверняка Фокси занят. Пойдем, да. Пойдем искать этого Бонни. Ой, я, кажется, немножко морковка. Ой, я, кажется, столько морковки съела, что даже не могу. Ой, столько сказать. Ой, такая прекрасная морковка была. Ой. Ой, войдите. Ой, Фредди, это ты? Ой, 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 это ты, Чика? Ой, мне... Аж икота про... Да это мы! Привет! Привет, давай это... Давай это... Короче, пойдем Фокси искать! Пойдем Фокси тормошить! Конечно, как скажешь, моя дорогая. Ой, не показывай людям! Оператор! Нет, не оператор, это не показывай людям! Все, пойдем Фокси. А в то время у Фокси. Вот и... Мы здесь! Мы все пришли! Ну вы что, совсем что ли уже? Ну зато мы снова вместе. Да, мы снова вместе. Все вместе! Все это, давайте, короче, это... Идем гулять! Идем шляться! А в это время в соседнем доме... Ай! Не тот голос? Ай, не надо! Нет! Ай, ты что делаешь? Ай, ты что делаешь? Нет! Стой! Перед смертью, подожди, передай, пожалуйста, это, точнее, это, возьми одну вещь, возьми, это мое достоинство, ты его возьмешь, ты будешь править, тот, кто убьет меня, или тот, кто придет мне навестить, или тебя отдай ему. Еще чего? Ай, я знаю, ты хочешь... Чтобы я не правил! Та-та-та-дам! Точнее так! Та-та-та-дам!